Армата Советик, Унию Советик, Акштигат, Ачел Адоль Азбой Мюндиал. Молдова есть партия Унию Советик, Шиной, Ка, Сцары, Ка, партия часто его Марик Вингатор, Марик Каштигатор, требует с консидером Шиной Каштигатор. Фера Виктория, но спифос фи не миг. Кяр Синчер, но вот ничего проблемы, Ка, як дирин Зива Европе, сфи печинч май. Кент Афос Институт Ассамблеи Европе. Ничего проблемы, но вот. Дичь, а часто ярыш есть жоку политичьени, ложь садизбина сочетать, сапуны, яка дой пер сочетать и сабати на налту, часто зи. Не покать политику, са импликат на честь валор, ши сау политизат туати. Ну и требу с не фокусом, к инвингатори с тем тоть. Дар чел инвинс есть, спонем, инвинс офус назизму. Ну требу еще, дак ешь нянь коммунист, не джаст. Аста писем символистика, как тонч хвост Униуния Советика, омурить четацен советич, кари сун ши страмощи челор, кари нзуадяз, ну агряз, сече расчокану. Культивировать идею победителя нельзя ни в коем случае. Но и отрицать того, что, допустим, Молдова, как бывшая часть Советского Союза, была причастна к победе над нацистским режимом, забывать это ни в коем случае не стоит. Я считаю, что перестать поднимать национальный вопрос, национальную тему, потому что именно эта тема порождает в Молдове основные дебаты на тему 9 мая. Pentru mine este o mândrie că străbunelul meu, pentru viitorul meu, adică cel care acum îl am eu, a luptat, a căzut. Și pentru mine este o mândrie că eu port această panglică în piept, din nou mai. Trebuie doar de făcut așa un mic, spunem, sondaj, ca de înțeles să numim părerea poporului, deoarece, în genere, părerea este foarte diferită. Это день памяти. Это день памяти тех жертв, которые отдали все, что у них было, ради мира над головой, ради того, чтобы мы могли сейчас спокойно жить. Идея именно победителей и проигравших, она, как минимум, Молдове, я полагаю, чужда. Но эта идея скорее освобождения мира. Что мир действительно был освобожден, и мы были частью той стороны победителей. Победил Советский Союз. И Молдова как бы входила в этот Советский Союз и... Да, можно жить в гармонии, но все равно нужно помнить и чтить память об этой победе, потому что без этого никак. Как бы и народ привык так. Просто если бы не было победы над фашизмом, над Германией, не было бы вообще такой современной Европы, а если бы не было Европы, не было бы и Америки, не было бы вот этого всего, что сейчас происходит.